Несколько компаний Ленинского городского округа объединились и оказывают доставку обедов медикам в Видновскую районную клиническую больницу. Это рестораны «Лесной» и «Грильхаус», пекарня «Булавка», а также интернет-провайдер «Видное.нет». Идею подал Максим Арапов, исполнительный директор торгово-промышленной палаты муниципалитета. Ежедневно предприниматели доставляют медикам 50 обедов. Управляющий рестораном «Лесной» Владислав Алексанян в 90-е работал фельдшером на скорой, вспоминает, как нелегко было тогда медработникам. Тогда были годы такие у нас суровые, пришлось из профессии уйти. Но сейчас вспомнил, а сейчас я в новой профессии, я ресторатор уже много лет. Вспомнил о том, что мои коллеги голодают, поэтому помогаем нашим врачам сейчас справляться с этой сложной ситуацией. Ну и сами пытаемся выжить, потому что ситуация тяжелая, мы тоже хотим удержаться в этой профессии. Сотрудники больницы очень благодарны своим добровольным помощникам. Говорят, обеды очень вкусные. Первое, второе, компот, булочки, хлеб. То есть все полный комплект. Вкусно кормят? Да, врачи довольны. Бизнесмены обещают, что будут помогать своим подопечным до конца периода борьбы с коронавирусной инфекцией.